чистый климат, плодородная земля и дом у моря. Не об этом ли мечтает каждый? Компания «Стройгарант Анапа» поможет воплотить эту мечту в реальность и предлагает вам большой ассортимент коттеджей с участками на любой вкус и кошелек. Сегодня в продаже имеются дома в 5 коттеджных поселках. В Анапском районе это «Жемчужина», «Морской», «Звездный» и Темрюкском районе это «Восточный» и «Азов». «Жемчужина» расположена в поселке Цибанабалка, который находится от Анапы всего в 8 километрах. Это очень удобное место с развитой инфраструктурой. Здесь есть все для комфортной жизни. В самом коттеджном поселке на участках от 5 до 7,5 соток будет возведено 220 домов в едином архитектурном стиле. Их площадь составляет от 50 до 145 квадратных метров. Кстати, все проекты домов вы можете посмотреть на нашем сайте sga23.ru. Ну а если вы захотите внести какие-то изменения, архитектор компании спроектирует дом именно для вас, учитывая все пожелания по планировке и размещению дома на участке. К каждому дому подведены электричество 15 кВт, центральное водоснабжение и индивидуальный септик. Следующий коттеджный поселок – это «Морской». Он расположен буквально в паре километров от Цибанабалки и отличается от других поселков тем, что он газифицирован, а его улицы и подъездные пути к домам асфальтированы. И еще несколько плюсов – круглосуточно охраняемая территория, система видеонаблюдения, столбы для ночного освещения, проходящая неподалеку трасса Новороссийск-Керчь. Этот поселок практически застроен, а у большинства коттеджей уже есть свои счастливые хозяева. А на въезде в хутор «Красный курган» стоит коттеджный поселок «Звездный». Он насчитывает 50 коттеджей в едином стиле. Тут также есть центральная вода, электричество 15 кВт и индивидуальный септик. В свободной продаже тут осталось буквально несколько домов, поэтому звоните в отдел продаж. Наши менеджеры всегда готовы предоставить вам актуальную информацию по наличию коттеджей и, конечно, их ценах. Многие переживают за отопление дома электрическим котлом, а именно за цену на электричество. Но не стоит этого делать. Тарифы тут сельские, и это существенно экономит ваш бюджет. Выгодное местоположение всех этих коттеджных поселков позволяет быстро добраться до песчаных пляжей Черного моря как на личном, так и на общественном транспорте. Немного о том, из чего мы строим наши дома. Фундамент выполнен из монолитного бетона шириной 400 мм и высотой 700 мм. Используется бетон марки М250. Цоколь армируется арматурой сечением 10 мм с шагом 300 на 300 мм. Заливается бетоном М250 класса B20. По всей длине цоколя сделаны ригеля из арматуры сечением 12 мм, связанные между собой хомутами. Стены выполнены из газоблока плотностью D500. Он усилен армирующей кладочной сеткой 50 на 50 мм. При монтаже кровли используются стропильные балки из досок 50 на 150 мм. Контрлейка из досок 25 на 50 мм. Все деревянные конструкции обрабатываются огнебиозащитой. Покрытие кровли из металлочерепицы толщиной 0,47 мм. Выполняется монтаж водостоков, снегозадержателей и сливных труб. Снаружи дом утепляется плитами каменной ваты толщиной 30 мм при отделке кирпичом и 50 мм при отделке декоративной штукатуркой. Компания «Стройгарант Анапа» расширяет территорию застройки и по вашим просьбам начинает возведение коттеджных поселков в Темрюкском районе. Это поселок Встречный в Стрелке и Азов в самом Темрюке. Подробности о новинках в скором времени будут доступны на нашем канале. Поэтому пишите комментарии, мы всегда на них отвечаем. Подписывайтесь на наш канал, следите за новостями от компании «Стройгарант Анапа».